мы точно решили, мы начинаем с клипа. Да, то есть мы пока не беремся за что-то такое, ну, за большую форму. Я думаю, да, это, мне кажется, ошибка очень многих. Знаешь, что я сейчас понимаю? Очень давно я не мечтал концерта. Почему большая и серьезная проблема современных режиссеров и искусство, наверное, вообще в том, что художники боятся быть пафосными. Понимаешь, они боятся чистых эмоций, они боятся выглядеть глупо. Хотя в пафосе ничего плохого нет. Совершенно я согласна. Кроме какого? Да, кроме какого, конечно. Самый чистый путь передачи вообще. Ну да, да, это чистое проявление эмоций. Да, да. Мне кажется, люди просто настолько закрыты. Которая сейчас правда, которая может быть некрасивой. Да, как правда, я не знаю. Почти всегда некрасивый. Да, ну, у меня сразу приходит там голову Бродский. Ну, да. Это безумно поэтичный, но у которого его правда, это может быть неприятная, это может быть скукоженная. Это и в его рифме выражается, и вообще в последнем. И в структуре, да, и это, но ее не надо бояться. Конечно. Вот мы снимаем это видео сейчас, да? И каждый человек должен мочь сделать то, что сделаю сейчас я, потому что в этом нету ничего неприличного или вульгарного, да, потому что это идет от сердца. А если это идет от сердца, то это по-настоящему. А если это по-настоящему, то, ну, то мы идем в правильном направлении. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается... Чем? Смысл понятен. Откройте книжку, зачитайте стихотворение. Да. Щечком. И кончайте щечком. Ничего, давай здесь. Thank you.